Приветствую всех у себя на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Вох, и в самом разгаре у нас летняя операция от Изидропа. Осталось 22 дня, и мы максимально сейчас будем пробовать открывать летние кейсы, новые дорогие кейсы, и будем по максимуму тестировать данный сайт. Напоминаю, ребята, что у меня на данный момент 99 уровень, больше половины пройдено, и я не знаю, сколько роликов мне потребуется, чтобы пройти его до конца. Но я уверен в одном, что я буду первым ютубером, который пройдет его до конца. Я вложил не 1 миллион, и я думаю, ребята, что это как минимум достойно ваших 1000 лайков. Но как только это видео, еще и 3 комментария, ребята, собирает следующих, да, хотя бы. Вот как эти 3 лучших победителя, вот они, прямо сейчас у вас на глазах, собирайте, давайте. То выходит новый ролик, все, подписочка, колокольчик, погнали. Ребятки, вовсю сейчас вот этот вот молодой открывает кейсы, ему жестко фартит. У нас 162 тысячи, поехали на сотку открывать. Золотая арабеска падает, просто че ему падает, вот нам бы так реально упало. Я 150 тысяч оставил с прошлого ролика, неплохо подвывели. Здесь, конечно, 27, ну понятно, 27, ему-то миллион, мне 27. Ты посмотри, 20 тысяч со 150. Ну вот как? Как мне воспринимать? Ну, 7. Короче, что-то неладное происходит. Есть ощущение жесткое такое, что мы сейчас сольемся. Как бы делать дедепчик не очень хочется, понимаешь? 3... 2800, ну походу ГБЛа или что? Или все-таки ты соберешься с мыслями из дропа и мне что-то выдашь? Хотя бы, ну не 2500, может быть 31 тысяча, это что? А, ну это хорошо. Могло быть хуже, соглашусь, Изидроп, спасибо. Спасибо за это, нормально, живем, идем в топовый кейс. Едем, 25, открываем, что у нас тут, так. Не сильно плохо, не сильно хорошо, здесь то же самое, по 2-3 тысячи минус дает. Вот тут уже существенный минус. Вот так, 200, вот так, ну хоть чуть-чуть вернул. 42, давай чуть на топовом кейсе подфармим, 24. Охрененно подфармили, сотка баланс. Вот просто топовый кейс, это сотка баланс. Смотри, просто что творит, 300 тысяч. Давай, фастом, 81, неплохо. 150к, ребята, летим, самый дорогой кейс от Изидропа. Прошлые ролики мы открывали кастомный мой кейс, этот сам сайт уже решил выпустить, чтобы легче, скорее всего, ребята, было качать боевой пропуск. Поэтому давайте сайт поддержим. Вот ему такие ножи падают. Где мне такие ножи? Можно? Хоть один. Ну, стиле дорогой. Черный глянец дорогой. В принципе, нормально. 152. Давай вот так вот. 130. Сразу минус. Ну, не надо сливать. Ну, дружище. Вот. Так лучше. 150. И 50. Ну, как вот? Ну, это вообще, это уже как-то ни туда, ни сюда. 34. Ну, не дает он. Вот, знаешь, вот прям столько, сколько надо, не дает. 25 летим. 70. Вот это хорошо. 52. Давай что-нибудь повкуснее, посимпотней. 31. Ну, брат, ну это вообще какие 15 тысяч? Сколько я потратил, ты мне 15к даешь? 11. Так, а есть, знаешь что? Есть ведь шанс ножа 80%. Бам. 160. Все. Хорошо, работает РТП, нормально. Вопросов не имеем к РТП Изидропа. 28. Ну вот вопросы к тому, что мы сегодня заберем, имеются, конечно. 55 и 17. Ладно, 120. Ну, давай тогда вот так сделаем. 13. Что у нас тут? 35. 50. Ну, давай что-нибудь вкусное. Топовый кейс. Давно реально от тебя вкусного не было. Ну, ты странный. Окей. Самый дорогой летим. Сотка. 136. Сотка. 127, наконец этот ножик упал. Поехали, ну по сути с чего начинали, то и есть на балансе. Давай попробуем что-то. Медуза, кстати, вот это неплохо. 260, и вот тут херня, ну 80. Сейчас говно, да? Нет, сейчас точно говно, да. И сейчас, ну конечно, 42. Медуза есть 200, ну как бы можно вроде и чуть-чуть подрасслабиться, но хрен его знает. 40, нормально, 70, кусари, неплохо дал. Сразу сожрал весь плюс. Здесь ровно в ноль, по сути. О, здесь x2 плюс, хорошо. Ну, чисто браво кейс, туда-сюда нас тянет. 5.40, смотри, 40. Просто, да он, блин, лоутап дает. 25, 40, 62. Ну, дай, пожалуйста, дважды по 50, по 70к. Хочу два этих открыть кейса по 50к. 56. Ну, до соточки. Доведи, балик. Ну, по-человечески веди себя. Ладно, короче, я понял. Медузка. 260. 295. Ну, попробуем, ребят, что делать. Попробуем в этом ролике как-то дойти, пройти туда-сюда. Верим. Верим в то, что сейчас реально что-то поистине дорогое, приятное упадет. Гамма. Ну, бабочки. Ну, блин, ну вот этот вот нож, он компенсирует, конечно, немного. Ну, 250. С другой стороны, не так уж и плохо. Давай попробуем. Может быть, нам все
все-таки что-то упадет еще. Плохо, эта херня выпала на самом деле. 200, ну хотя бы 200. Давай вот так. 106. А вот почему все в ноль идет? 270. Во-во-во-во. Давай, брат, до полмулика. Что-нибудь вкусное вывести, подзабрать. Ну давай, братишка, это в целом вот нужно. Нам это нужно. Ты полное говно опять ставишь, я понял. 106. 150. 170. 150. 160. 200. 307. Вот так. И еще на 250, смотри, ну неплохо, мы качаем ВВ-пропуск, делаем контент, спасибо разрабам за такой кейс, это в целом приемлемо. Но вот это сколько, это 150, брат, это мало. 280, хорошо, и до 250, 350, и на 250, 111, ну говно, 307, 240, пожалуйста, 434. А вот рыцарь я бы засейвил, рыцарь бы я забрал, ребята, в этом ролике, и не надо нам лишнего. Опыт 190, найс, 200, ну хорошо, так глядишь. Дальше скоро 100 уровень дойдем, ребята. Будет у нас что и открыть. Давай. Градик пролетает. Но вот тут неплохой нож упал. Вот этот неплохой в целом. Что-то 137. Маловатенько. 14. Маловатенько. 11. Ладно, короче, друзья. Давайте вот на этом закончим данный видеоролик. Я считаю, что он крайне удался. Поскольку мы сейчас эмочку рыцарь за 316 тысяч забираем. И за 2 ролика с депом 120 мы уже 500 плюс вывели. Вот такой получился ролик. Подписывайтесь на канал. Ставьте ему лайки. Пока.